Приехали к Улуру. Хотим ее всю обойти. Ну, попробуй. Подняться, к сожалению, нельзя. Закрыто. А хочется, конечно. Вот тропинка. Туда наверх. Так, в летний сезон дорога закрыта. Вот, так что, к сожалению, туда подняться нельзя. Так. Ну, написано, что закрыто с марта по ноябрь. И с декабря по февраль. С 5 вечера до 6:30 утра. А потом что, открыто, что ли? Солнце сходит, восходит. Нет, здесь написано этот восхождение закрыто. А, да, 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 это восход солнца. Про пардон. Солнце. Да, я что-то не понял. Но здесь говорится, чтобы не взбирались туда. Идем, посмотрим, что тут. Попробуем обойти. Там туристов много. Вот такая гора. Так, где мы? Мы здесь. Можно вот так обойти, потом так и вот так. Так, что здесь написано? Есть 6 километров вокруг Улуру, но попробуем. Сколько? 206. А, мне как делать. А, фигня, вообще. Чего нам там? К утру добудем. Так, а здесь на что? Есть какие-то дощечки. Мама people. Так, ну это про аборигенов рассказывается. Здесь не сильно интересно. Не хочу вникать. Там вот, дорожка интересная, красивая. Птички поют. Здесь ходить приятно. А вот среди тех скал как-то не очень. Так. Что здесь? О, норы какие. Норища прям. Какие дыры тут наковыряли. Времена. Какая прям много. Собака. Давайте. Ух ты! Представляешь, там нора. Да. Я уверена, что кто-то туда ходил. Ой, бомба-то? Не знаю. Нет, это какой-то марсупиан мол. Не знаю. Ну, я бы туда поинтересно был бы, конечно, заглянуть. Думаю, не один туда хочешь. А я думаю, половина еще и туда и ходила. Что там интересно же? Интересно, нора-то какая. О! Можешь сходить? Пока никто не видит.
Что там туристы там? Что им там рассказывать? Ты как раз подкрепился. Да, орешки были неплохие, да. Ну, поет красиво. Дорожка такая, да. Так, вот тут туристы замерли. Что-то им тут рассказывали. Ага, про деревья. Так, и что здесь? Вакаупуку. Мертвый финиш. Че мертвый? Ну, дерево типа мертвое, наверное. Вода стекает по таким вот черным. Видите, вот там водяные стоки. Да, с горы стекают. Дорожка такая. Так, здесь что это? Акация Ольхана. Скальные рисунки аборигенов. Ты видишь какие рисунки? A little bit more about ochre. It comes in three colours, so white, yellow and red. And the red particularly was sacred, in particular for men's business. So it was often used for men's ceremony. And it was the most important because it was also the rarest colour, the red. So it was also traded. It was almost like the currency of the Aboriginals. So if you wanted to cross someone's land, they didn't have any money, like, and to cross somebody's land, you were using their resources, you were using their food, their animals, what they had set aside for themselves, basically, to survive. So you might trade with them some red ochre, and they'll let you pass, where you basically have access to their food and products. So вот такие рисуночки рисовали раньше. Художники. Да-да, это не про тебя. Если ты тут что-то тоже нарисуешь, тоже будут говорить. Окей, go. Very nice. Сейчас фоткай. Окей. О, здесь такое. Ну. Вот речушка такая течет с горы.
идем дальше. Тут пещерка остается позади нас. Да. Черным прям таким. День тут, конечно. Идем дальше. Кто тут? Это я. Да, пещеры просто громаднейшие. Пещера. Можем мамонта спрятать. Дороги вот такие вот кустарники. Ой, ты видел? На меня прям налетел жучара. Жук такой, о, норы какие тут в скале. Где сейчас? Мы вот туда. Вот. Так и так, в принципе. Прям пальцы какие-то. Так, вот эта вот пещера, написано, что это кухня. Вот эта кухня, тут готовили, короче, брали зерна,
смешивали с водой, оно запекалось и хлеб делалось. Ну, в результате получался хлеб. Представляешь? А, тут закрыто, потому что может упасть на башку. Вот это сейчас. Ну такая-то Уру. Каменечка. Я начитаю отпечатки пальцев. Да. Лёд, тут кухня была, готовили хлебушек. Аборигены. Где? Покажи. Да, что-то там проползло такое длинное. Ну а почему бы не? Условия позволяют. Правильно? Ну, что делать? Ноги у кого-то были большие. Ты видишь? Так, а здесь что? Как туда забраться? Нет, вот здесь можно забраться. Пожалуйста. О, вот это пещерка. Вот это пещерка, да, вот здесь раньше аборигены обитали. Да я вижу. Не только рисунки, ты посмотрел наверху, какие эти. Так, что здесь изображено? Да, здесь, ну, какие-то, да, какие-то рисунки есть, но что это? Честно говоря, не... Где? Да ты шо? Видишь? В упор не вижу. Ну вот это губа, а это нос и ноздри. Ох, ты ж ёлки шпал. Ты ж, да? Видел? Да. А какой здесь потолок. Такой прям сотами. Сотами сделан. Диво-дивно. Иди. Сейчас, подожди. Ты ж видишь, что тут? Чудеса-то какие. Что за дырки такие? Непонятно. Прям как пчелы понаделали. Да, пещерка такая тут знатная. Так, теперь главное не свалиться тут с этих чудных каменюк. А вот так это сбоку валит. Ух, слышали? А, это ящерица. Ух, оранжевая какая вот.
туда поползу. Там ему ж плохо видно. Так. Идем дальше, посмотрим. Чем Улур нас еще удивит. А горище знатное. Чё сидим там? Чё смотрим? И чё? Есть что-то? Так, что у нас здесь? Ага. Пещера стариков. Это, в общем, старики здесь сидели, грелись. Сюда не пускали ни детей, ни женщин. Ну, потому что... Потому что церемония была мужская. Сумки остались такие. Какой-то ящер. Что это? Вот это такой вот пещерки они заседали. Над костром. У них церемония была. Прикольно, конечно. Такой склеп себе тут отгрохали. Еще интересно. Вон вода как спускается за рынок. Прям группа немцев прошла. Что? Маршем прям прошли. Такие ein, zwei, drei и потёпали. Как? Нашим распиздяйством вот так и выиграли. Мне ж пока на один танк месяц уходил, а мы там за два дня херак, блядь, и так пойдет, и он поехал, нормально. А не, деталька к деталька, деталька к детальке. Танк херак и все, а наши что, танк херак, блядь, следующий. Ну и америкосы, конечно, помогли, это само собой. Вот без них была бы жопа. Ах, вот тут дорожка такая. Ну, этих ребят уже видел. Thank you.
муха пристала, блин. Жужжит и жужжит, папа. Так, а здесь куда? Скамеечку поставили. Можно посидеть. Ой, понаслаждаться. Что такое? Лавочки, лавочки хорошие. Куда бежать? Зачем? Вот здесь тихо, конечно. Что-то тоже есть. Угу. Интересненько. Что там у них в конце? Деревья вот такие вот погорели. Может, там где-то и змеюка сидит. Это пресное озеро. Куда вода стекает с горы. Так. Канджу Джордж. Ты видишь? Что значит была? Она и есть. Вот она. Купаться нельзя, ну, жалко, конечно. Вот такое озерцо. Так, тут лягушки водят. Болото. Потому что здесь болото. В общем, здесь лягушки размножаются. Вот тоже картинка. Стрекозы, комары. Лягушки. Да, тут в карасе бы запустили. А вот эта вот черная линия, это вот вода, куда спускается с горы. Вот прямо оттуда, с вершины, она вот так вот истекает и образует вот эту вот колюшку. А то. Так, ну ты понял, что нам обратно? Да, можно вокруг обойти. Ну как, там дорожка есть?
Какая? А, может быть. Пенсионерам экскурсии рассказывают. Что, тоже неплохо. Куда ты пойдешь? Жди меня на скамейке. И вот так вот дорожка пошла вниз. Дорожка из воды. Пошли мы вот такой вот кружочек здесь. Скучает трудиться. В общем, путь красивый. Стоит пройти. Вокруг всего Уру где-то 3 часа занимает дорожка. От куча туристов в химзащите, вот. Ну а самые прожженные, как я, ходят без этой штуки. Значит, что нам мухи-то? Уже привык, что мне? Не, уже мухи все равно. Вот, а вот, залетело в рот, да? Некоторые, конечно, вот, как облепили. А мне уже все равно. Уже привык к этим мухам как родным. Так, вон там туристов привезли, аж 3 автобуса. 3 таких вон бус, 1, 2, 3, сейчас открою. И вот, чтобы посмотреть на Уру, все сюда приезжают. Вот она. Вот это, не знаю, это вперед, зад, вот непонятно, с какой стороны находимся, но вот, пора ехать.